Друзья, всем привет! У нас такая жара. Предлагаю приготовить освежающий напиток, и нам понадобится мята. Все необходимое для лимонада я приготовила, а точнее мне понадобятся лимоны, его сок. На двухлитровую банку приблизительно идет 3-4 лимона. Мята перечная. И не могу себе отказать в удовольствии использовать тархун, потому что очень люблю его вкус. Ну что, приступаем? Друзья, этот лимонад прекрасно утоляет жажду. Он такой кисленький, с ароматом мяты и с нотками тархуна. Пробуйте, экспериментируйте, добавляйте травы по своему усмотрению. А я желаю вам приятного аппетита. Не забывайте оставлять свои комментарии, ставьте лайки, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем пока!